Триумф самарского баскетбола в столице Чувашии, сборная нашей губернии, составленная из игроков молодежки и вышки Красных Крыльев, а также баскетболисты МБК Самара и любительских команд региона, стала сильнейшей в Приволжском федеральном округе. Впервые сформированная команда показала великолепный спортивный характер и временами весьма слаженную игру. Забыв о своей клубной принадлежности, игроки сосредоточились исключительно на интересах сборной региона, следствием чего стала великолепная победная серия. В Чебоксарах самарцы выиграли все матчи, в том числе дважды обыграв главного конкурента, сборную Татарстана. Впервые это случилось в стартовом туре, причем сломить сопротивление соперника удалось только в третьем овертайме. Новая встреча с визитерами из Казани случилась в финале. Оба ее участника получали путевки в российский финал, который пройдет в июле как раз в столице Татарстана. Казанцы, несомненно, мечтали о реванше за неудачу в первом туре и немало потрудились в нужном направлении. Большую часть встречи они лидировали, уходя вперед порой на 10-13 очков. К слову, судили финальный поединок два арбитра все из той же Казани, что не могло не наложить определенный след на развитие событий. Однако в решающий момент самарская команда сумела продемонстрировать поистине чемпионский характер. Сконцентрировавшись на защите, подопечные Александра Селяева позволили сопернику за всю вторую половину набрать всего 20 очков. В атаке наша команда тоже была не безгрешна, но после промахов руки не опускала и искала новый шанс. В итоге погоня за Казанью превратилась в баскетбольный триллер, в котором на самарскую сторону ушли и симпатии местных болельщиков. А вместе с ними в самый нужный момент и удача. На последней минуте забивала только наша команда, сумев добыть психологически очень важную победу 64-60. Золото ПФО достается сборной Самарской области.